Закрыт прием граждан и в отделах службы судебных приставов. Взаимодействие с должниками происходит по телефону, либо в письменной форме. Для этих целей на входе в районный отдел установлен почтовый ящик. Рассчитаться по долгам можно через официальный сайт ведомства. Как отмечают в Ангарском отделе судебных приставов, количество должников с начала года существенно снизилось. Какая сейчас сложилась ситуация по поводу исполнительных документов? Сейчас принимаются отделом только исполнительные документы, подлежащие немедленному исполнению. Если в целом говорить о поступлении исполнительных документов за первый квартал 2020 года, что поступление снизилось на 8 тысяч исполнительных производств с аналогичным периодом прошлого года. В связи с карантинными мерами в ближайшие месяцы долги ангарчан могут вырасти. Часть горожан утратила постоянный доход. Но судебные приставы пока менять подход к работе не планируют. Задолженность со счетов будут списывать в прежнем режиме.